Добро пожаловать на канал Мусолим. Сегодня у нас на работе автомобиль Kia Sorento. Будем делать полную шумоизоляцию. Для этого мы разобрали салон. Проклеивать будем пол, потолок, капот, багажник и двери. Сняли все стойки, обшивки, вытащили сиденье, сняли потолок. Поверхность металла мы будем очищать, обезжиривать, для того, чтобы материал у нас ложился на чистую поверхность, чтобы была адгезия между поверхностью и материалом. Изоляцию будем прокатывать роликами. Клеить будем материалы Comfort Mat. Проклеили крышку багажника материалом волна. Первый слой прокатали в дверях во внутренней части. Проклеили арки, пол, в багажнике и в салоне. Также первый слой на потолке. Проклеили второй слой в дверях, виброизоляцию на дверную карту. Вторым слоем багажник у нас, пол арки, пол в салоне проклеим шумопоглощающим материалом гибетон. Третьим слоем в двери у нас проклеена волна. Потолок, второй слой войлок. Дальше нам остается сборка. Собрали салон, поставили все на свои штатные места. Потолок, обшивки, стойки, сиденья. Все в конце свою работу проверили. Всем спасибо за просмотр данного видео. Оставляйте комментарии. Всем пока.